Ну что, налили мы там краску. Давай посмотрим, что у нас с платьем стало. Давай. Давай, интересно, да? Ба-ба-ба-бам. Привет, друзья! Всем большой-большой привет! Новогодний, ну уже после новогодний. Да. У нас сегодня с Алиской распаковка новогоднего подарка от Деда Мороза. Да. Он нам принес вот такой, ой, прости, пожалуйста, вот такой вот огромный набор, что вот он у нас еле в кадр помещается, с куклой Барби. Как вы помните, мы, когда открывали подарки, вам демонстрировали уже. Ну да, мы его показывали, вот, но не раскрыли, потому что сейчас у нас будет эксперимент прям с красками. Будем делать красоту и... Для наших Барби. Да, и моднявые платья всякие разные. Да. Вот, ну что, давай открывай коробку, будем смотреть, что там есть вообще внутри. Угу. Не терпится мне. Я очень люблю куклы Барби, Алиска все-таки больше по монстрам сохнет. А для мамы куклы Барби это прям такой привет из детства. Я, конечно, все люблю куклы. Любая девочка, мне кажется, любит куклы. Ну, да. Я думаю, что скорее всего. У нее такое платье длинное. Мне кажется, его тоже можно разрисовать. Я думаю, что, конечно, можно. Ой, как ты так интересно открываешь коробки, Алиска? Да. Давай я тебе немножечко помогу. Давай. Чуть-чуть. Мы уже достали куколку. Вот такая вот нарядная девочка. Ой, какое у нее милое личико. Алиса там продолжает раздербанивать коробку. Все, открыли. Да ты можешь уже дальше не стараться. А нет, подожди, не открыли. Тут оно все прикреплено, что ли? Сейчас будем отрезать. Так, распаковали все. Алиса уже запустила какую-то машину. Супер-пупер Барби. Я, наверное, Барби. Так, давай, распаковывай куколку. А у нас здесь было еще что? У нас здесь были наряды, пока не разукрашены. Сейчас посмотрим, какие. И вот такие радужные краски. Пока тоже не знаем, что с ними делать. Сейчас будем экспериментировать. Распаковали куколку, красавицу. Как мы ее назовем? Мы ее называем, естественно, Барби. Барби, будут звать Барби, как неожиданно. Держи, Барби. Так, теперь давай раскроем одежку, которую мы сейчас будем рисовать. Хендмейдить. Ну что, вот она одежка. Что тут за платьица? Ой, какие мимимишные платьица. И вот еще. Так, одно. Вот это, мне вот это. И второе. О, оно на одно плечо, как ты любишь. Так, держи. А это у нас какая-то пипка. На нее, похоже, надо платье наряжать. Так, что? И краски. У нас здесь была инструкция. Я предлагаю сейчас изучить инструкцию, чтобы мы с тобой не напортачили. А то всегда мы, когда снимаем, мы сначала делаем, а потом смотрим инструкцию. Точно. И потом у нас всякие казусы с Алисой происходят. Да. Что что-то у нас не получается. Открыла, смотри. О, что это у нас? Краски, фломастеры? Это краски. А тут нарисовано, смотри, что-то тут взболтать надо. Вы слышите? Это краски. Да, это краски. Так, теперь... Мы взболтали. Так, смотрим инструкцию. Значит, в первую очередь вот эту штуку надо открыть. А как? Непонятно. Вот так. Вот так. Открыли. Это часы, мне кажется, Барби. Это не часы. Сюда... Это часы Барби. Сюда мы оденем вот эту штуку. Только на нее сначала нужно предварительно платье одеть. Какое выбираешь платье? Белое? Да. Точно? Оно красивое. Может, сначала на фиолетовом поэкспериментируем? Ладно, давай. Давай. А то страшно. Так, какой стороной не важно его одеть, интересно? Ну, давай пробовать. Вот сейчас будет точно, Алиска, барабанная дробь. Потому что маме самой малек страшно.
Да мне самой страшно. Да? Зрители, поддержите нас лайками, комментариями. Точно. Подпиской. Точно, зрители, поддержите нас лайком, подпиской, комментариями, потому что мы сейчас, походу, будем портить наряды для Барби. Так, кто любит Барби, кто любит их наряжать, ставим что? Пальчики лайки вверх. Да. Как страшно открывать. Боже мой, боже мой, сейчас они будут кандомайдить мои платья. Алиса, успокой меня. Я не знаю. Скажи, все будет хорошо с моим гардеробом? Да, только я не знаю, что пахнет. Как это не знаю? Ты должна пахнет знать. Лимончиком. Лимончиком? Какая красота. Дай понюхай. Ну, если честно, не очень они пахнут лимончиком, они пахнут красками. Так, ну что? Готова ли ты к эксперименту? Да. А я нет. Ну что, эксперимент номер раз. Есть платье, есть краска. Ой, сейчас мама тоже тут все покрасит. Есть Алиска, есть трясущаяся куколка Барби. Успокаивай пока девочку, успокаивай. Скажи, все будет хорошо, мы тебя оденем, обязательно оденем. На старт, внимание, марш, давай, крути. А мама будет лить краской. Сюда. Я не пойму, мы вообще куда-нибудь попадаем? Так, ну что, налили мы там краску, давай посмотрим, что у нас с платьем стало. Давай. Давай, интересно, да? Ба-ба-ба-бам. Ну, как бы... Что это? Мне кажется, это космическое что-то. Космическое, да? Мне кажется, она что-то себе на одежду пролила. Типа супа. Давайте оставим такой. Нет, план. Давай еще что-нибудь с ним сделаем. Другим цветом. Что-то этот какой-то странный немножечко. Так, у нас уже другой способ. Алиска тут синего цвета добавляет на платье. Я там прочитала, что так тоже можно, но теперь его нужно закрыть и покрутить. С Алисой уже все такие нарядные. Вы смотрите на руки. Это что у нас на заднем плане получилось? Мы с Алисой сделали, да, платье с другой стороны. Сейчас посмотрим, что у нас получилось. Почему-то, мне кажется, оно зеленое, Алис, тебе не кажется? Мне кажется. Вау! Мне кажется, это будет перец лучше. Алиска, у нас сзади платье получилось. Нет, это будет перец. Обалдеть, ребята. Это будет перед. Ну, зайка, не получится это сделать передом, потому что вот это перед. Почему? То, что вот... Обалдеть. Вот это точно космическая тема, да? Да. Очень красиво. Предлагаю еще белое платье сделать. Может быть, мы просто перед доделаем вот таким же образом? Давай. Попробуем? Да, давайте помешаем еще. Давай попробуем. У-ху! Делаем платье! Давай, открывай, будем смотреть, что у нас получилось спереди. Слушай, ну это такое грязное дело, мне так нравится. Алис, покажи руки. Смотри, какие цветные. Все, платье готово. Это, ну, мокрое. Оно должно высохнуть. Оно же все в краске сейчас. Теперь это надо дело отправить, сохнуть. Ну, вот такая вот у нас будет красота. Ну что, Алиска, вот так вот у нас сегодня получилось здорово и невероятно. Мы сделали платье для Барби, да? Да. Ну что?
космическое сделали. Ну, очень красивые. Набор супер-пупер. Ставьте лайк, если вам тоже понравилось. У нас, правда, такие интересные руки зеленые. А у тебя какие, тоже зеленые? Нет, у меня разные. Ну что, пока-пока, Маша, пока-пока. Помолиться. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Мы вас любим. Красочный поцелуй.